Коллеги, еще раз доброе утро. Доброе утро всем красноярцам. Ну что, мы сегодня стреляем из арбалета. Собственно, вот так вот меня уже нарядили. Снарядили всем вот таким снаряжением защитным, как говорит наш Павел Захаров. И давайте заряжать ружье. Как это? Арбалет. Правильно. Ну, как это все делается? Это у нас оружие, мы из него стреляем. Первое правило оружия, относимся всегда к нему, как будто оно заряжено. То есть не направляем в людей. Как это все делается? То есть стрелок у нас стоит боком к мишени. Угу. Ноги всю серию на одном и том же месте. Сейчас вы будете стрелять, я буду заряжать. То есть приподнимается носок правой ноги. Угу. Пальцы как можно ближе к ране. И движением спины происходит взвод. Становимся. Угу. То есть вот про что мы говорили в прошлом включении? То есть если бы я со своим весом наступила, я бы не зарядила его таким Нет, образом? Тут усилие плечей, создаваемое натяжкой, это 43 килограмма. Вот. Не каждый может натянуть. Дернуть, да, с такой так, силой. Стрела здесь короткая? Стрела заряжается в горизонтальном положении. Так, как держать правильно? Объясните мне. Упираем приклад. Угу. Руку чуть-чуть сюда, чтобы у нас жестко стояло. Угу. Снимаем предохранитель. Так. Наводим мишень. И стреляем по верхней мишени. Стреляем по мишени, по верхней мишени. Да. Ага. То есть получается у нас шпунек должен смотреть в желтое, и вы его должны видеть через прорезь. Ровно-ровно. Сейчас, подождите. Из меня, конечно, стрелок, я вам скажу. Ура! Три шарика. Чуть-чуть ниже. Я что, шары убил? Да. Ну, я немножко не попал. Сейчас. Вот есть же еще оружие, которое чуть-чуть немножко потяжелее, да, получается? Или это вот тот вес, который, в принципе, оно не такое тяжелое? Мы сейчас говорили про натяжку именно. Угу. Вот. Усилие, создаваемое плечами. У нас четкий закон, то есть это до 43 килограмм. Вот. Не больше 43. То есть все арбалеты, они идут примерно одинаковые натяжки. Так. Сейчас давайте вместе прицелимся. Прицелимся. Щека касается приклада. Угу. Целимся правым глазом. Не могу я целиться правым глазом. Правым. Подождите. Не левым, правым. Можно я буду левым? Потому что я правша, мне неудобно. Поэтому я выбиваю не мишень. Нет, я правша. А, ну все, вот, значит, все, я стреляю. Ну, смотрите, да. Все. Сейчас подождите. Попала я куда-нибудь? Опять выше.